Привет всем! Как вы понимаете, вы слушаете радиостанцию Kiss FM, и с вами Настя в программе «Пропаганда». Каждый четверг с 10 до 11 я здесь с вами. Вот, ну что же, у меня был такой, по-моему, двухнедельный перерыв. Я здесь... Нет, одну неделю я пропустила. В общем, да, после своего дня рождения я взяла себе выходной и улетела в Польшу на гастроли, на самом деле. Вот, на прошлой неделе у меня были такие полупровальные выступления. Ну как, для меня там, мне там было все равно весело, но как бы не казалось, мне показалось, что это было не супер. Вот. Что же, сегодня мы играем Deep House. Я тут подумала, что у меня слишком много уже появилось такой вот более диповой музыки, и мне захотелось ее поиграть, попробовать, потому что, в принципе, мне не часто удается это делать на вечеринках, поэтому я самореализовываю себя в этом направлении, в моем радиошоу. Надеюсь, что вы не будете переключаться, останетесь со мной, и тоже, возможно, вам эта музыка понравится. Ну что, хороший четверг, завтра уже первый день лета, у меня есть некоторые новости для вас, но все остальное попозже. А сейчас музыка.
Этот трек называется «Childhood», и автор его Кристофер Рау.
Пропаганда. Night. Напомню вам, что вы слушаете радиостанцию Kiss FM, с вами Настя, сегодня программа «Пропаганда», каждый четверг с 10 до 11 я с вами. И сегодня у нас дипхаус вечер, вот такое у меня сегодня настроение, такая у меня музыка. Собственно, все треки, которые вы слушаете сейчас, я играю лайвом, и я их купила только вчера. Вот, так что они тоже для меня новые, как обычно, я покупаю музыку перед радиошоу, потом приезжаю сюда и играю ее для вас и для себя тоже, чтобы послушать, как же она звучит. Вот, ну сегодня... Такой у меня выбор случился, и, в принципе, мне все нравится, мне все получается так, как бы я хотела, все гармонично и интересно. Что я еще могу сказать? Могу сказать, что завтра я улетаю в Италию, я играю в Генуя на серьезном интересном фестивале, прямо на море стейдж находится. Вот. А в субботу я впервые играю в Лондоне, причем на очень интересной, достойной вечеринке для лейбла All In. Там буду играть и я, Тиси Студия и Polarize. Это Warehouse вечеринка, секретное место. Оно, насколько я знаю, объявляется в день вечеринки. И в общем, да, я очень взволнована. И пойду и лучше сведу трек, а то я боюсь, что вдруг он закончится. Не переключайтесь, я здесь с вами до конца часа. Thank you.
Да-да-да, все продолжайте, продолжайте слушать мою программу. Мне очень приятно за это. Я надеюсь, что вам нравится музыка. И это... Я, вы знаете, заинтересовалась этим продюсером давно, но проверила все, что он делает буквально вчера. И это, пожалуй, самый веселый трек, который у него есть. Это Audio Werner. Вот, очень интересный музыкант. Я его видела в лайнапе Армы. А так как я знаю вкусы команды Армы 17 московского клуба, то я им 100% доверяю. Я знаю, что плохих артистов они не возят. Вот, и с тех пор, собственно, я как бы с ним и познакомилась. Ну что ж, мы продолжаем этот хороший вечер четверг, и я вот буквально после радио поеду собирать вещи, потому что уезжаю на 10 дней, и у меня предстоит такой небольшой тур, как Генуя, Италия, потом Лондон, Англия, потом Гамбург, Германия, и потом Париж в первый раз... да, Франция, вот. И 10 числа я только вернусь, так что на следующей неделе у меня будет резерв, будет микс. И я пока не знаю, что это будет за микс, но я обязательно что-то придумаю интересное. Вот, ну что ж, не буду много говорить, а лучше послушаем музыку.
Ну что ж, я завершаю свой эфир, остается 4 минуты, и последний трек, это называется «Nice Day», это от Лёс и Крион. Вот, молодые ребята, насколько я знаю, посмотрела немного релизов, но, тем не менее, хороший саунд, мне он нравится, и, ну, такой на... Уже будем успокаиваться, да, потому что сейчас скоро будет следующая программа, и ребята уже в эфире, в студии здесь. Вот, так что смена пришла, я ухожу, улетаю, все, до свидания, и увидимся мы через 2 недели. Ну, на следующей неделе, конечно же, все равно будет программа, просто меня не будет в студии, и это будет не лайв. Хорошего настроения всем, я поехала собирать вещи. До встречи! It was a nice day to day, near by the sea, nice.